Новый орган займется вопросами профилактики и противодействия коррупции в краевых органах госвласти и местного самоуправления. В это ведомство будут поступать сведения, которые госслужащие ежегодно указывают в декларации о доходах. Таким образом, расходы чиновников краевого и муниципального уровней будут строго контролироваться. Функции, ранее возложенные на Министерство экономики, касающиеся профилактики коррупции, отныне переходят в ведение нового управления. Будут приниматься также обращения граждан и общественных объединений. Сотрудники ведомства обязаны вести реестр наиболее коррупциогенных сфер экономики и затем вносить их на рассмотрение главе региона. Отмечу, что губернатор лично будет контролировать работу созданного управления.